сьогодні, це було дня 4 назад, я був в парку, я сильно ударився ногою в дерево, і вона боліла мене, вона мучила мене. Я просто молюся, щоб ви просто ісцелили. Я зараз чувствую тепло. Say it in English. He, 4 days ago, he was in the park driving a bicycle and he hit the tree and he got hurt his knee, so he has pain in his knee. He had pain and now he feels that the warm. Tonight he started to feel warm in his knee and he feels no pain. Wow! What's your name? Как тебя зовут еще раз? Ярослав. Ярослав, let's Ярослав, давай проверим. Which knee was it? Какое колено болело? Вот это колено. Оба колена. Сделай. Сади. Слава Господу. Давай походим. Я ходил нормально, все стоять. Я даже лишь надыбал, но это было боль. Это было боль. It was so painful for me to walk. I could walk, but I felt pain. But now I don't feel pain. Я могу работать один раз. He was it. Once more. Sit down. Давайте еще раз сядем. Еще раз. Wow. I can't even do that. Я иногда даже с трудом это делаю. For 4 days he's been in pain. И 4 дня он испытывал боль в колене. From an accident with a bicycle. Из-за того, что он попал в ситуацию на велосипеде. But right now, while he Но сейчас, когда он слушал нас и он молился с нами, he felt a warmth in his body. Он почувствовал тепло в своем колене. And that pain is gone. И эта боль ушла. And the knee is normal. И его колено исцелено. So let's lift our hands.